Еще на входе в 51-й детский сад создается ощущение доброжелательности и уюта. Территория огорожена и полностью благоустроена. А на игровых площадках есть все необходимое для активного и безопасного отдыха малышей. Открытие детского сада жители этого района ждали 3 года. Именно столько времени потребовалось для того, чтобы создать здесь современные и максимально комфортные условия. Здание оборудовано солнечными батареями, системой видеонаблюдения и необходимыми приспособлениями для маломобильных групп населения. Уже скоро юные сочинцы начнут знакомиться с друзьями, воспитателями и привыкать к обстановке. 2-летняя Агата и ее 6-летний брат Дима и вовсе переходят из другого дошкольного учреждения. Теперь, говорит их мама Тамара Лапенко, детей не придется развозить по разным садам. Очень удобно. Раньше я детей возила в Адлер, это где-то у меня час занимало. На 2 маршрутках, одного на 1 маршрутке, потом на 2-й. А сейчас просто села на 1 маршрутку 5 минут, и я уже возле садика. Появление еще одного дошкольного учреждения в этом районе стало актуальным для многих. Уже сейчас этот садик может предоставить до 140 мест. В дальнейшем здание можно будет расширить до 280. Здесь предусмотрены 8 групп по возрастным категориям. Каждая комната отвечает всем современным требованиям и оборудована по последнему слову техники. Здесь, помимо того, что, естественно, все соответствует санитарным нормам и правилам, пожарным нормам и правилам, строительным нормам, естественно, приобретается мебель, которая нужна для развития данной возрастной группы детей. Естественно, закупается все оборудование и методический материал, который необходим для внедрения в недалеком будущем федеральных государственных образовательных стандартов. Современное оборудование на кухне позволит кормить детей сбалансированной и богатой витаминами пищей. А специально оснащенные залы и молодые специалисты помогут развить в детях таланты и стремление к учебе. Первостепенная у нас задача, конечно, это развитие речи и рисование, изучать окружающий мир, и знакомство с математикой. Очень много также музыкальных занятий и обязательно занятия по физической культуре. За последние годы в Сочи появились 3 детских сада и 7 пристроек. Кроме того, были отремонтированы и существующие. Количество мест удалось увеличить на 2000. До конца года будут введены в эксплуатацию еще 5 пристроек. А к 2016 году курорт сможет предоставить еще около 6000 мест в дошкольные учреждения. Еще 9 новых детских садов и 11 пристроек, строительство которых уже запланировано, будут соответствовать всем федеральным государственным образовательным стандартам. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.